всем зрителям, подписчикам канала «Уральская усадьба» привет! Сегодня у нас 24 сентября 2017 года. Построили мы теплицу «Капелька» VIP шириной 3 метра, длиной 4 метра. Под торцом у нас установлены разрезные двери-форточки. Также в теплице есть перегородка, делящая ее пополам. Каркас теплицы сделан из профильной трубы 20 на 40, арки выполнены в виде фер. Поликарбонат 4 мм, 0,72 плотность. Сама конструкция стоит на брусе 100 на 100, брус пропитан антисептиком и закреплен к земле с помощью колышков. Также в качестве усиления установлены диагонали укосины. Торцевой резиновый уплотнитель на всех торцах и перегородке для лучшей герметичности. Торцы у поликарбоната защищены торцевым профилем. И особенность данной теплицы – это боковая фрамуга. Боковая фрамуга оснащена системой термоприводов, то есть открывается она автоматически. Сейчас немножко продемонстрируем в ручном режиме. Вот. Максимум, на что она способна будет. Но это специально так отрегулируем, потому что слишком большое открывание тоже не есть хорошо. На этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите комментарии. Всем пока!